Всех приветствую на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-5 рейтинг лучших чехлов для автокресел с AliExpress. Ссылки на лучшие чехлы для автокресел с AliExpress вы найдете в описании к данному видео. Ну а наш рейтинг возглавляет достаточно хороший чехол Alisa Car бренд, под которым он производится. Цена более чем приемлемая по современным меркам, 1209 рублей 9 копеек, с учетом скидкой. Ну, понятно, что обычная у него цена намного выше, но опять же, в тот момент, когда вы будете приобретать, какой продавец какую скидку даст, это тоже предсказать достаточно сложно. Чем этот чехол хорош? Во-первых, это универсальный чехол, износостойкий, то есть ткань очень хорошая. То есть она поддается и машинной стирке, и не выцветает, не выгорает на солнце. То есть достаточно интересный материал. Нету, конечно, на нем лишних украшающих элементов, то есть это довольно-таки простой чехол, правда, вот разные расцветки предлагает продавец, то есть можно выбрать даже не сама расцветка, а вот вставки вот эти вот, да, разных цветов. В принципе, такие элементы оформления достаточно простые, но тем не менее данный чехол стоит внимания. Он подходит для любых автомобилей, крепления удобные у него, ну и в общем проблем с ними никогда не возникало. Следующий вариант — это Auto Hatch. Это бренд, в общем, который достаточно хорошо известен, он производит недорогие чехлы. Это вот как раз тот вариант, который рассматривают очень многие. Всего лишь 699 рублей 62 копейки. Хорошее соотношение цены и качества. Чехол не имеет каркаса и крепится прямо на ткань. То есть снимать его очень просто. И если вам нужен вот действительно простой чехол, который предохранит ткань сидений от там вышаркивания, загрязнений и прочее, то это вот как раз вариант наиболее подходящий. У него повышенная износостойкость и есть такой своеобразный 3D-эффект. То есть на вид кажется, что сиденья более объемные становятся, чем они есть на самом деле. Очень такой хороший вариант. Ну и, кстати, тоже подходит для разных автомобилей. То есть не придется мучиться с выбором, потому что, ну и в Hyundai, и в Mazda, и, соответственно, в Renault везде подходят эти чехлы. Следующий вариант — это Globe Auto Parts. Данный чехол рекомендован для автомобилей Renault Duster. Ну, на самом деле подходит для разных автомобилей. 1816,55 с учетом скидки он стоит. Выглядит побогаче. Ну и расцветки тут разные тоже у него. Поэтому, ну, зависит от того, что вы хотите конкретно. Ну вот, правда, вот здесь более фактурные варианты, они стоят подороже. А более простые, менее фактурные, они стоят подешевле. Данный чехол, он хорош во всех отношениях, то есть универсальный комплект, ткань износостойкая, ее можно, соответственно, стирать, в том числе и в автоматическом режиме, там на самых агрессивных программах ничего ему не будет. Это 100% полиэстер, не выгорает на солнце материал. Ну, в общем, действительно хорошее решение для тех, кто именно выбирают практичный вариант. Следующий вариант — это Hexian. Это, в общем, уже из премиального сегмента чехлы. Они заточены под модели Mazda. Тройка, пятерка, шестерка, CX5, CX7 и CX9. Хорошо подходят, но опять же это кожа. Требования к ним такие же, как к любым кожаным изделиям. То есть острых предметов он боится, царапин таких он тоже в принципе боится. Но при этом загрязнения никакие ему не страшны. То есть если вы там пролили что-то на него, то есть никаких проблем. Все это вытирается обычной тряпочкой, не обязательно снимать чехол и стирать его. То есть именно то, что его не часто приходится стирать, за это и любят эти самые чехлы. То есть влажная тряпка, со средством проходите, и они снова как новенькие.
Ну и плюс, как отмечают опять же пользователи, что это материал долговечный, что в наше время очень даже хорошо, чтобы лишний раз не покупать. И завершает наш рейтинг материал от бренда Maticon. Это кожаные чехлы для мерседесов самых разных, да, это E260, E300 и так далее. Это премиальный чехол, он стоит тоже как премиальный. Обычная у него цена 29 724 рубля, но с учетом скидки сейчас его можно купить за 14 862. Это, конечно, очень дорого, но и предназначен он для дорогих автомобилей, поэтому сами понимаете. Расцветки самые разные. Очень интересная строчка, интересная фактура. Делает он интерьер богаче даже в богатом авто. То есть, ну, сами понимаете, о чем идет речь. Естественно, цена немного варьируется. Все зависит от расцветки. Ну, вот, например, коричневая расцветка получается 10 319 рублей. Ссылки на лучшие чехлы для сидений с AliExpress вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.